Всем привет, друзья! Можно ли отжиматься каждый день? Можно, вам никто не запрещает. Нужно ли и полезно отжиматься каждый день? Сейчас мы рассмотрим. Итак, начнем с того, что существуют разные виды отжиманий. Это отжимания на выносливость и отжимания на силу. Они отличаются тем, что отжимания на выносливость делаются без дополнительного веса, и они прокачивают только выносливость, а отжимания на силу, они делаются с дополнительным весом, когда вы вешаете портфель себе на спину, отжимаетесь с ним, с грузом, и тогда оно будет прокачивать ваши мышцы. Сейчас я смотрю какой-то популярный челлендж 15 тысяч отжиманий за месяц. Вы знаете, что я об этом думаю, многим из вас я это говорил. И давайте рассмотрим, например, смотрите, есть спортсмен, который только начал заниматься, новичок. Есть спортсмен, который занимается уже лет 5 и больше, уже со стажем спортсмен. Как вы думаете, будет ли спортсмену со стажем польза от того, что он надрачивает по 100, там, по 200 отжиманий в день и в месяц 15 тысяч делает? Как думаете, будет польза? Нет, конечно, это просто будет дрочка обычная. У него там не вырастут никакие мышцы, потому что он уже занимается 5 лет с весами, и у него гипертрофия идет именно на веса. А спортсмен, который начал только заниматься, ну, возможно, там месяц-два занимается, то у этого спортсмена гипертрофия будет даже вот от этих отжиманий, которые он делает, там, я не знаю, поскольку вы делаете, по 500 отжиманий в день, 15 тысяч, короче, в месяц. У этого спортсмена будет результат, но смотрите, в чем прикол. Если этот спортсмен начинающий будет заниматься с весами, то у него гипертрофия гораздо будет больше, чем он занимается, когда без весов. Представьте себе, зачем это дрочево нужно, я не понимаю. Очевидно, что рост у новичка, естественно, будет, но он будет незначительный. Гораздо выгоднее пойти в зал и заниматься со штангой. Рост будет раза в 3 больше. Все мы знаем, что рост мышц идет из-за того, что у нас происходят микротравмы волокон, мышечных волокон во время тренировки. И после того, как мы кушаем белок, да, дома, там нормально так наедимся, то этот белок у нас работает в качестве строительного материала, и он работает как заплатки, да? Он заклеивает эти наши дыры, которые у нас порвались, и у нас образуются более мощные, более массивные и большие мышцы. Это если объяснить простым таким языком, да? А теперь давайте возьмем такую ситуацию. У нас есть веревка, ее тянут с двух сторон, ну, два человека. Допустим, два человека. Потом, у нас есть та же веревка, и ее тянут с двух сторон две машины. От чего будет польза, от чего порвется эта веревка? Конечно же, от двух машин. И теперь представьте, когда вы работаете с весом, со штангой, там, 80 килограмм, представьте, как у вас от этого мышцы, волокна рвутся, и представьте, как у вас рвутся волокна от того, когда вы отжимаетесь со своим весом. Незначительно, просто незначительно. А теперь переходим к следующему. Представьте, что вы занимаетесь каждый день. Мышцы ваши не восстанавливаются, они должны восстанавливаться. Давайте им отдых хотя бы 1-2 дня. Если вы занимаетесь каждый день, то ваши мышцы никогда не восстановятся, и на протяжении месяца они будут получать стресс, от которого не будет восстановления. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что у вас настает перетренированность. Знаете, что такое перетренированность? Если нет, то у меня есть видео на канале, посмотрите. Это очень неприятная штука. Зачем вам это надо? Непонятно. Если вы новичок, то у вас рост мышц немножко будет за месяц. Но если вы спортсмен со стажем, то у вас ничего не произойдет. Вывод. Полезно ли отжиматься каждый день без веса? Нет. Гораздо легче пойти в зал, и у вас результата за месяц будет гораздо больше, чем когда вы будете отжиматься со своим весом от пола. Надеюсь, этот ответ был довольно вразумительным, и вы опомнитесь и перестанете отжиматься каждый день, потому что я считаю этот челлендж вообще отбитым. Это то же самое, что, блин, прыгать с окна и говорить, давай тоже прыгни. Как бы смысла нету, да, ты умрешь, а какой смысл-то от этого? И то, что вы отжимаетесь каждый день, вообще смысла нету никакого. Если бы вы отжимались с весом и увеличивали веса каждый день, вот тогда бы был смысл. Вот это был бы челлендж, тогда бы вы нарастили мышцы. А чем вы занимаетесь, это какая-то ерунда. Спасибо за внимание, ребят. Увидимся в следующем выпуске. Пока!